Привет, мои хорошие, с вами Ольга Перова и продолжаю делать альбом инсталета из бумаги и других материалов April Paper. И я первое делаю, вы в предыдущем видео видели, что я сделала уже переплет полностью, обложку, и мне теперь нужно сделать разворотик на первый форзац, поскольку он у меня чуть-чуть больше, левая сторона, чуть-чуть больше, чем мои предыдущие развороты, поэтому я беру новую бумажечку и делаю этот разворот целиком с нуля вот сейчас. Ну и как раз я добавлю несколько фотографий, как вот в этом видео покажу пару разворотов именно с оформлением уже фотографий. И я, как уже сказала, левую страничку, я сам форзац, я сделала чуть-чуть побольше, чем мои предыдущие странички, чтобы он лучше закрывал бумагу и вот ткань, главная ткань, которая держит альбомный сам блок. Буквально на несколько миллиметров, но вы сами посмотрите, сколько вам нужно, насколько увеличить вот эту стандартную страничку вашу. И я туда прикрепила конвертик из кальки, такой же, как уже у меня был на одном из предыдущих разворотов, и в него вставила кусочек розовой бумаги, и из той же самой розовой бумаги я сделала основу для правой странички, то есть использую такую перекличку между материалами, и прикрепляю к конверту, пока без клея, просто прикрепляю рамочку, ананасик для настроения и оформлю вот этот внутренний тег. Беру кружочек, который я уже вырубила, там, по-моему, он у меня из дырочек, помните, у меня была такая страничка с дырочками, и вот этот самый кружочек я взяла и как тег оформляю им. Вообще очень-очень-очень люблю давно и прям, мне кажется, постоянно буду это делать, теги оформлять вот различными кусочками, то кружочком, то полосочкой, то оторванной бумажечкой, то есть там, где обычно делаю дырочку, вот я туда прикрепляю какие-нибудь штучки. Можно, кстати, даже прикреплять не просто кусочек бумаги, а какую-то вырубку, высечку, то есть что-то из скрап-материалов, украшений каких-то. Ну, если это симпатично, мило, так интересно смотрится. На правой стороне я добавляю подложку из подложки из-под материалов, из-под высечек. Там такие классные вот эти губы желтые, они прям очень круто смотрятся. Поэтому я использую вот эту подложечку. Ну, там еще поверх потом возникнут какие-то элементы, фотографию туда добавлю. То есть она не вся у меня будет видна. И добавляю декор. На левой стороне уже добавила вот ананасик и рамочку. Там, кстати, штампиком поставила название месяца, потому что это у меня самый первый разворот. И, собственно, он будет однозначно у меня июньский. И тут рассчитать можно, сколько разворотов у нас есть, да, и примерное количество под каждый месяц. Вот я под июня отвела в итоге 3 разворота, ну, у меня 8 разворотов, где-то 2-3 вот можно под каждый месяц отводить. И добавляю вниз под эту вырубку еще, точнее, вот эту вырезанную рамочку, флажок, тоже там кусочек надписей виднеется, чтобы более такой многослойный декор создать. И на тег я решила добавить надпись, ну, поскольку у меня проект посвящен Инстаграму моему, я вот добавила 6800, это у меня было на начало лета, на 1 июня такое количество подписчиков, их уже чуть-чуть больше, их вас, я вас благодарю, что вы на меня подписываетесь, я радуюсь. На самом деле говорят, что ой, типа там подписчики не главное, но мне приятно, что вот такое количество людей меня читают и за моим творчеством наблюдают, это здорово. Вот, поэтому, чтобы вот не забыть, ну и в таком виде, кстати, какую-то статистику вести тоже своих сетей, тоже можно вот записывать, да, кому это интересно, кому это важно и более так, кто ответственный к этому относится, за этим следит. Написала эту цифру из, собственно, буквок беленьких, цифрок точнее. И из этих же цифрок, как уже говорила в видео про обложку, я буду делать заголовки на всем альбоме. И вклеиваю сразу вот этот разворот в свой альбом. Он у меня пока без страничек, и я буду их последовательно оформлять и вклеивать сразу. То есть вот эти основы, которые я наделала ранее, они у меня не вклеены, как и декор обложки, чтобы мне было удобно работать с альбомом, чтобы там ничего не запачкалось. То есть я вот этот пирожок свой вклею уже в конце, когда альбом будет собран. И если вы
повторяйте за мной, то можете прям даже композиции повторять вот на развороте, потому что тут, несмотря на такое вот ощущение, что фотографии влезет немного на этот разворот, потому что слева такой карман, мы можем фотографию разместить даже под кармашек, под конверт, мы можем на тег разместить, я это чуть-чуть позже покажу. И правую страничку тоже приклеиваю. Там у меня, кстати говоря, надорванный край справа, и который я заранее на машинке тоже прошила, то есть мы можем... Вот до вклеивания наших страничек строчки какие-то декоративные прокладывать. Их, кстати, не обязательно везде-везде прокладывать. Это могут быть какие-то черточки. Ну, в общем, это уже обсуждалось. И теперь первый разворот у меня готов. И я все мои странички готовые на данный момент. Я их распределю по альбому, чтобы они у меня уже внутри лежали. Ну, то есть мне так будет удобно хранить альбом, потому что процесс такой долгосрочный будет. И я просто их вкладываю на свои места. У меня, получается, готовых сейчас разворотов чуть меньше, чем разворотов в альбоме. Там еще парочку разворотов я здесь делаю уже в конце сразу под фотографии. Собственно, к фотографиям. Я сразу первый разворот оформляю с фотографией. Я уже распечатала фотографии, распечатала немножко комментариев из Инстаграма. Я просто делала скриншоты комментариев и потом их объединила на одном листе и распечатала на такой голубенькой светленькой бумаге. И добавляю фотографии. Фотографии распечатала размером по ширине 6 сантиметров. У меня некоторые фотографии квадратные, а некоторые такие длинные, как скриншоты с телефона. Но они у меня все по ширине одинаковые, 6 сантиметров. Я в фотошопе их объединяю на один лист. И, в общем, ну, как и скриншоты тоже. То есть ничего не перепечатываю, прям скриншотами комментариев наслаждаюсь. Разрезаю на кусочки и использую вот эти блоки текстовые для оформления альбома. И вот эта фотография, где я за столом сижу, она у меня достаточно темная. Там у меня виден темный мой пол, и я в такой коричневой одежде. В общем, там темный угол, и я его немножко прикрыла как раз распечатанными фотографиями, потому что у меня в целом такой альбом очень светлый, да, и мне не хотелось вот добавлять каких-то темных, в общем, искать какие-то темные элементы, чтобы вот эту фотографию как-то сбалансировать. Достаточно будет вот этих черненьких акцентиков небольших, которые присутствуют. И я, в общем, большую часть фона, который, в общем-то, совершенно не обязательно оставлять, я его прикрыла. Можно как отрезать, можно как-то скадрировать так, чтобы вам по цвету фотография больше подходило. Вот. И под сам журналинг, под комментарий я тоже добавила парочку высечек, вот другие правила, и цветочек такой акварельный красивый, чтобы он немножко выглядывал. И он там часть комментария закрывает, но ничего страшного. То есть основа есть. Вот. В общем, что-то перекрывает даже текст. Но тут вот эти комментарии я использую как такую текстовую базу. Да? То есть, конечно, там и их содержание, в общем-то, в целом видно. Вот. Но какие-то слова, парочку слов там закрылись. И я хочу еще добавить заголовок, потому что, несмотря на то, что текста тут реально уже очень много, мне нужен заголовок какой-то большой. Во-первых, как я уже говорила, именно заголовок, он будет такой объединяющей линией в каждом развороте. То есть нечто такое единое. Вы в фишках потом к этому уроку тоже посмотрите рекомендации. И вот как раз по поводу объединяющего какого-то элемента. Это может быть заголовок, может быть какой-то прием декоративный, ну что угодно. Я для себя выбрала заголовок, потому что мне вообще вот эта идея очень понравилась, которую я на обложке сделала. И, в общем, из букв составляю слово «выиграла», и ее можно на кальке собрать. Я же использовала вот в данном случае обрезок вот этой голубенькой бумажки, на которой у меня журналинг, комментарии распечатаны. Такую узенькую полосочку вырезала, приклеила сверху буквы, потом проложила строчку, оставила вот эти ниточки торчащие, и на клей приклеиваю тоже поверх прям каких-то комментариев. В общем, что-то закрыла, но такой многослойность, игра текста получилась. И за счет вот большого такого распределения элементов по страничке у меня, ну, в общем, все сбалансировалось. Хочу добавить немножко желтого цвета в декор, потому что вот эти губки, они желтые, очень сильно так на себя берут акцент. И надо мне еще немножко желтого. Добавила вот эту запятую кавычку и заменила ананас с голубого на желтый. Он тут так больше игры добавляет. У меня, кстати, такое вот пересечение получается по треугольнику. Тоже хорошее
В общем, фишка. На левую сторону я добавлю свою фотографию с жизни. Вы ее увидите у меня в Инстаграм чуть позже. Это я, ну, там в журналинге. В общем, кому интересно, в журналинге к этой фотографии прочитайте. Но я ее добавила именно в хронологическом порядке, поскольку ее в первых числах июня сделала. И ставлю датором, штампом, отпечаток штампа, но там май у меня высветился. В общем, у меня часто такое бывает, что не тот год или не тот месяц, вот забуду перекрутить, поэтому я сверху закрываю неправильную дату бумажечкой, той же самой голубенькой, на которой у меня комментарии распечатаны, и уже сверху этой бумажечки ставлю, в общем, верный оттиск. Ну, и, кстати, это прикольно получилось. То есть, если у нас какая-то возникает ошибка, мы можем ее как-то закрыть. Иногда даже можно, если у вас такой немножко хулиганский альбом, можно даже где-то зачеркнуть неправильный там штамп и переписать заново. Вот. И тоже к хулиганским таким приемчик, всякие вот стрелочки. Ну, в общем, как-то можно свой журналинг разнообразить, да, чтобы он так интересно, игриво смотрелся. Вот, поэтому... Не бойтесь, да, такие пробовать, в общем, разные-разные штучки. Фотографию приклеиваю к розовой бумажечке, к основе, чтобы она у меня на ней держалась. И под карман я еще добавила вот такую вот фотографию лилий, которые у меня тоже на тот момент были. Но они у меня и там вот в мастерской видно. В общем, цветочек. Мне захотелось какую-то еще одну фотографию добавить сюда, чтобы более такое насыщенное было ощущение от разворота, просто цветы, которые у меня были вот дома стояли. И вот эта фотография, она немножко выглядывает. Когда тег мы вынимаем, мы ее полностью можем посмотреть. И перехожу к следующему развороту. Первый закончила уже все. Тут у меня несколько элементов. Ну, во-первых, баннер нашего проекта. Я его, конечно, размещаю. И вот в кармане на левой стороне у меня много-много бумажек. Я туда львиную долю фотографий и добавлю. Первый это у меня скриншот из сторис. Поскольку у меня профиль такой, в общем, творческий, там я мало выкладываю жизненных каких-то фотографий. Но в сторис у меня проскальзывают всякие разные интересные там из жизни штучки. Поэтому я вот в сторис прям сделала скриншот своей истории вместе со всеми этими смайликами, стикерами, там, подписями, рисуночками. И его распечатала вот так. Мне прям очень понравилась. Уже такая, знаете, оформленная фотография. Там прикольно, вот эти смайлики, там надписи какие-то. В общем, тоже используйте такую фишку. И заголовок для этой странички тоже сделала из букв, а для правой странички делаю заголовок из цифрок, 239 это участников на тот момент записались, с плюсом, поскольку это количество такое пластичное. Кстати, записаться еще можно, если вы не участвуете, то переходите по ссылке под этим видео, можете записаться в проект и принять участие. И плюсика нету в этом алфавите, плюсик я написала на кусочке бумаги, ручкой нарисовала, ну, чтобы плюсик, мне нужен был плюсик. Добавила немножко штампинга и пишу журналинг. Вы видите, что я в этом альбоме смело сочетаю журналинг как распечатанный, да, из комментариев, так и написанный от руки. Единственная поправка, вот именно в этом проекте, я стараюсь писать аккуратно, такими приближенными к печатными буквами, в общем, более такой опрятный шрифт. Это, конечно, значительно дольше, чем как я обычно пишу таким своим корявым, в общем, почерком. Но тут я решила какие-то более такие аккуратные буквы, чтобы больше было шансов потом прочитать мой журналинг. Все сложила в кармашек. И справа приклеиваю баннер. Баннер приклеиваю даже наполовину под кальку, которую я раньше сделала в предыдущий раз. И тут, смотрите, у меня по композиции, вот про эту страничку хочу рассказать, у меня тут вертикальная вот эта голубенькая бумажка задает вертикали, вертикальная калька, то есть ярко выраженное такое направление. Поэтому я все элементы, в общем-то, тоже строю вот по этой вертикальной линии. То есть никаких там, знаете, забитых углов. Вот я об этом говорю, потому что это очень часто бывает. То есть я все элементы располагаю вот по вертикали, да, вот эту нисходящую такую линию направления соблюдаю. И журналинг тоже. Пишу просто ниже, таким не очень широким столбиком. Чуть-чуть ниже, вот хочется мне сердечко добавить. Может быть, внизу оно в самом, может быть, там чуть повыше. Сейчас посмотрю, как это расположить. Добавляю еще шеврончики из набора чипборда. И их можно расположить вместе, они будут как стрелочки, а можно вот, как я сейчас вот сделала, с одной стороны и с другой, как будто
какой-то, знаете, скобки, кавычки, вот что-то такое. Добавила сердечко и продолжаю писать журналинг еще вниз, вниз, вниз. Увожу вот эту линию ниже, ниже, ниже. То есть... И получается, у меня и не размазано все по страничке, да, то есть есть какая-то вот структура направления. Об этом тоже не забывайте себе, ну, применять, да, потому что это такой важный, важный момент в плане восприятия потом странички. То есть есть единое направление, его поддерживаем, мы задали его в подложках, и так и в расположении декора тоже мы его поддерживаем. Еще одна фотография у меня с пакетиком рыжим. Такая яркая фотка, и вот этот рыжий цвет, не хочу я его никак вводить, искать оранжевый. Оранжевого у меня в коллекциях нет, и вообще это самый такой у меня редкий скраповый цвет. Поэтому я просто эту рыжую фотку приклеила на карточку и под кальку засунула. Вообще калька гениальный материал. Если у вас какой-то не тот цвет, в общем, всегда берем кальку, и то, что не того цвета, под кальку размещаем, и сразу это немножко приглушилось, и у нас уходит задача это как-то поддерживать в материалах, и особенно если их невозможно найти. Затем еще один скриншот, уже прям скриншот вот моего поста вот с этими замечательными моими любимыми цветочками. Очень-очень их люблю прям, и, конечно, я была рада, когда девочки написали мне несколько комментариев, какие цветы, какие они вообще, как они цветут, какие они красивые, классные. И я эти комментарии распечатала, вырезала такими полосочками, и на эту карточку прикрепляю, и степлером еще для пущего вот веселья закрепила. Тоже эту карточку вниз располагаю. В общем, у меня вот в этом пакетике очень-очень много всяких слоев. И затем, когда уже все оформлено, я приклеиваю к основе переплета странички. В общем, я решила приклеивать так. Прокладываю скотч по периметру страничек. И это сделано для того, чтобы было проще вот зафиксировать углы, потому что когда у нас такой альбомчик уже будет пухлеть-пухлеть, будет сложно вклеивать вот эти странички так, чтобы уголки тоже были, ну, склеены хорошо. Поэтому я скотчем, скотч добавила на края, добавляю потом клей. В данном случае я уху клею, вот общую такую поверхность, просто по всей поверхности, ну, в меру, не 3 литра клея выливаю, надо понимать. И скотч, он позволяет сразу вот эти уголочки как-то зафиксировать, и они не будут отваливаться, а по центру достаточно будет клея. Можно немножечко клея поверх скотча тоже добавить, чтобы у нас была возможность его чуть-чуть пододвинуть, если вдруг с первого раза не получится ровно очень расположить саму страничку. И следующий разворот. У меня вот эти две странички, то есть тоже конвертик, кармашек и такая крупная голубая карточка. Вот здесь у меня тоже куча скриншотов. Опять же, из сторис «Пес Барбос», мой любимый. Маленькая фотография, квадратненькая. И размер фотографии у меня, опять же, вот они у меня все одинаковые, они у меня по ширине все-все-все будут во всем альбоме 6 сантиметров, и некоторые квадратные, соответственно, 6 на 6, а некоторые вот длинные, как, ну, как скриншот телефона, но главное, ширина одна. Все, больше про размер не буду говорить. Но размеры тоже, если у нас на протяжении всего миника один размер фотографии, это тоже является таким объединяющим элементом из разворота в разворот повторяющийся, да, то есть не нужно искать каждый раз каких-то новых решений и мудрить, выдумывать то, чего не нужно выдумывать. А на карточку с одной стороны располагаю такой длинный свой комментарий, и с другой стороны, собственно, саму фотографию к этому комментарию. И больше никакого декора, объемного тем более, то есть ничего не добавляю. И, кстати, если вы хотите больше фотографий вот в кармашке расположить, то вы можете сами фотографии просто спинками друг к другу склеить, если это фотографии одного размера, будет идеально, и расположить их в кармане. Это вам сэкономит толщину, потому что если фотографий очень много, и если еще на скраб-бумагу цеплять, то это толщина растет, да, то есть добавляется еще один слой. А так мы можем просто две фотографии спинками склеить, и вот получится такая вот карточка двусторонняя. Долго думала, на какой фон добавить скриншот вот с Тонечкой, с моим. В общем, ничего более подходящего, чем розовый под цвет языка, не нашла, поэтому добавила на эту фотографию. И там написала тоже журналинг про то, как мы с ним ехали. Вот такой вот у меня улыбающийся пес. И справа я скриншот тоже, опять же, из сторис делаю. Проводила вебинар, и вот у меня был такой образ новый на вебинар. И я, в общем, запечатлела, показала его
получила 3 миллиона комментариев, комплиментов по поводу новой прически. В общем, кто-то в чате на вебинаре, не помню кто, если это вы, помашите мне ручкой, я буду знать, написал, что я как Леонтьев, и, в общем, я думаю, что такой заголовок я и здесь и сделаю. Но пока думаю, чтобы еще написать, на самом деле добавляю еще одну карточку, то есть, собственно, обложку вот того альбома, который я на этом вебинаре сделала, добавляю на карточку, то есть тоже она у меня полетит в кармашек слева. Добавляю штампом дату верную этого дня и небольшой журналинг тоже можно добавить на эту карточку. В плане украшений карточек можно не мудрить, достаточно лаконично их оформлять, не нужно там каких-то вот мелких деталей добавлять, они достаточно маленькие и вполне в стиле вот альбома будет даже просто карточка с фотографией и с журналингом написанным или распечатанным. Вот, написала, и вот такой заголовок для своей фотографии сделала, тоже прошила на машинке. И поскольку этот заголовок придумала участница вебинара, это было написано в комментарии, тут как нельзя, кстати, оказался вот этот кусочек чипборда из коллекции «Про чувства» с облачком мысли, комментарием, то есть видно, что это кто-то говорит, да, не я, кто-то из зала. Ну, в общем, так, собственно, и было. И даже не бойтесь как-то включать в работу немножко юмора, да, какие-то даже смешные надписи или слова, которые вы услышали в жизни, вот тоже вводите, это придаст такого будничного жизненного очарования работе. Думаю, чтобы еще такого добавить сюда, вот хочется мне еще слева тоже какую-то фотографию добавить, но поскольку у меня справа фотография достаточно большая, достаточно массивная, черная, такая темная, с темными участками точнее. И, кстати, темные участки вот эти хорошо смотрятся именно на контрастной бумажке, вот полосатые вот эти черно-белые полоски, прям идеальный фон для этого скриншота. И слева я добавляю вот карточку, хочется мне добавить какую-то для... Ну, в общем, хочется мне какой-то акцент еще сделать на левой стороне тоже, потому что он у меня такой... Такая вот эта страничка слева, она достаточно такая нежная, воздушная, да, а справа вот эта достаточно тяжелая фотография, поэтому мне слева тоже хочется чего-то еще добавить. Вот вырезала с карточки вот эту рамочку, добавила тоже вырезанный элемент «Солнечный день» и фотографию, вот, в общем, решила вот эту фотографию добавить сюда на велосипеде. Я еду, и вот этот кадр сюда прям хорошо вписывается. И куда бы его уместить, потому что у меня сверху уже есть вот этот тег. В общем, под ярлычок с одежды, под тканевую вот эту бирочку я добавила фотографию. Ее можно целиком будет посмотреть только это, чтобы только после того, как эту бирочку приподнять. Вот такие разворотики получились. Добавлю фотографии, чтобы вы их могли чуть-чуть еще поподробнее разглядеть. Спасибо большое, что нашли время, что посмотрели это видео, что участвуете в проекте. Добавляйте свои работы в Instagram с хэштегом InstaLeto18 этап 2. И я его пропишу обязательно еще в посте, чтобы был верный такой хэштег, проверяйте. Я вам желаю хорошего настроения, творческих, новых, свежих идей. С вами была Оля Котлярова и April Paper, и проект InstaLeto. Пока-пока!